Всем привет! Очередная посылочка, очередное видео. Заказывал у поставщика, который продает оборудование для ремонта телефонов, набор маленьких отверток. Здесь должно быть 4 отвертки, 2 или 3 медиатора, 1 липучка, скрепка для открывания и, по-моему, такие штуки пластиковые для того, чтобы открывать корпус. Прилетело довольно быстро, вот в такой посылке маленькой, без цены, она не отслеживалась. Вот номер заказа. И все, больше ничего нету. Ну, я представлял, что отвертки должны быть где-то такие, потому что на картинке они мне казались больше, на мониторе. Ну, прилетели вот такие, давайте вскрывать, должно быть 11 единиц. Давайте сейчас аккуратно отрежу, дабы не порвать пакет. И заодно посмотрим, правда, что оттуда должно быть 11 единиц. Все, больше ничего. Ну, смотрим. Отверточки маленькие. Одно но продавцу, что на сайте нужно указывать размеры всего того, чего ты торгуешь. Потому что монитор реально делает изделия больше. Набор этот стоил до 1 доллара, по-моему, 90 центов. Поэтому 24 гривны по нынешнему курсу. Это вообще копейки для такого набора. Значит, вот они штуки для вскрытия корпуса. Вот так они выглядят. Сейчас давайте, пусть концентрируется. Вот так. Вот такие пластиковые штуки. Я думаю, 25 гривен у каждого найдется. Тут идет Т6, Т5 отвертка, очень удобно. Идет крестовая отвертка, смотрите. Значит, реально, чтобы вы имели представление, вот спичечный коробок, вот такой размер отвертки. Давайте я вам так покажу. Вот так. Короче, спичечный коробок, ручка отвертки. Полторы спичечных коробка отвертка. Значит, что у нас в комплекте? Давайте я сниму камеру со штатива и покажу вам поближе. Значит, в комплект входило 1 отвертка, 2 отвертка, 3 отвертка, 4 отвертка, 5 отверток, 5 отверточек. Вот такая липучка для снятия экрана. 2 вот таких медиатора, которые постоянно должны быть под рукой. Вот такая вот скрепка для открывания телефонов, если айфоны. Ну или наподобие айфона, содержащиеся элементы. И вот такие вот две штуки пластиковые для того, чтобы вскрывать корпус. Все, вот это стоило 25 гривен. Ссылочка будет внизу под видео на данного продавца, на данный продукт. Кто заинтересован, пожалуйста, можете переходить в магазин, покупать. Ну все, ребята, спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх, остаемся на моем канале. Будет много интересных подписок, то есть посылок. Подписывайтесь внизу, что бы вы хотели посмотреть в новых видео. Всем спасибо, всем пока!